туристов Тюмень готова завлекать не только историей, но и экзотикой с местным колоритом. Для группы гостящих у нас блогеров из Питера, Москвы и Краснодара столичный шеф-повар приготовил необычное блюдо. Давид Хачатурян на фестивале «Сибирский разносол» уже подарил Тобольску эксклюзивный рецепт ухи. Теперь создал новый шедевр – уху с нефтью. Символично, что готовили ее на полигоне Индустриального университета, почти в полевых условиях. Именно Тюменская область, оно ассоциируется как нефть, газ и так далее. И хотелось бы придумать что-нибудь такое, чтобы вот ассоциация была, именно вот, чтобы вот, знаете, колоритность, да, вот, и люди ассоциировали еще и кулинарное искусство, скажем так, да, вот, с нефтью. Поэтому было придумано вот такое вот уха с нефтью. Нашим корреспондентам шеф-повар признался, что нефти в этой ухе нет, но секретный ингредиент раскрывать не стал.